В Самаре продолжается ремонт дороги на Старозагорье. Сделано почти половина того, что намечено. Появятся новые парковочные места и развязки для разгрузки движения. Что уже сделано, а что предстоит, узнаем из нашего сюжета. С 8 вечера до 6 утра, не покладая рук, около 40 рабочих делают новую дорогу на кольцевой развязке Старозагорья и 22-го партсъезда. Это место наиболее загружено, поэтому в первую очередь работы ведутся здесь. На Старозагорье появятся новые парковочные места и развязки. Вдоль дороги высадят газоны, установят новые светофоры. За качеством асфальтобетонной смеси постоянно следят. На заводе лаборатория выдает экспресс-анализы. Расстояние до объекта ремонта около 22 километров. Чтобы поддерживать температуру смеси, КАМАЗы оснащены пологами. А чтобы добиться качественного уплотнения смеси, задействовано три катка разного тоннажа. Сначала идет более легкий, а замыкает процессию 15-тонная машина. В текущем году планируется выполнить работы по ремонту покрытия на проезжей части на всем протяжении от улицы Советской Армии до улицы Нововокзальной. Впервые в Самаре работы ведутся по контракту трехлетнего жизненного цикла. Это значит, что ремонт и содержание дороги выполняется одной подрядной организацией. При этом гарантия на все 5 лет. Здесь подрядчик будет следить за уборкой еще дороги, в общем-то, во все времена года, поэтому и снег он будет вывозить самостоятельно. Поэтому, так скажем, мы за этой дорогой будем пристально смотреть. У нас есть вся необходимая техника для этого, ну и плюс стимул, чтобы подрядчик и содержал, и ремонтировал, чтобы в едином комплексе все было. Автомобилистов радует, что появятся новые парковочные места. Их сильно не хватало. Еще они вспоминают, как плохо здесь было раньше, и хотели бы, чтобы такие дороги сделали по всему городу. Конкретно здесь, да, здесь был плохой участок дороги. Постоянно вот эти вот по кольцу почки напрягали. Ну, сейчас будет лучше. Ну, вообще, конечно, это все замечательно. Еще сделать бы это по всему городу. Участок дороги от Советской Армии до Нововокзальной планируют отремонтировать в течение 2 месяцев. Сейчас готовность составляет 45%. А в следующем году комплексный ремонт на Старозагорье продолжится, до перекрестка с Ташкентской. По контракту жизненного цикла в этом сезоне преображается и улица Победы, где работы выполнены уже на 94%. Кроме того, во время ремонта большими картами сверхзапланированного по нацпроекту в Самаре привели в порядок еще 11 участков дорог местного назначения. Никита Борисов, Константин Головин, «События».